замечательная ситуация у нас получается. Мы сюда приезжаем и неоднократно. Мы вам здесь показываем самые дешевые цены на рынке строительных материалов. Дешевле нету, поверьте мне. Но вы прекрасно понимаете, что сюда не могут приехать постоянные люди. Потому что, ну, до 5 часов, а люди захотят и подольше. То есть, вот, допустим, человек, работник комбината, ему вечером надо что-то сделать в своей квартире, в которой он сам делает евроремонт. А где же он может все это дело купить? Сюда не приехать. Потому что, ну, 5 часов, все, вся пробка и встали. Но для этого магазин «Стройлоб» переехал. И он переехал на улицу Карла Маркса, куда мы сейчас и отправимся. Итак, это не переезд, это расширение деятельности. Тут несколько вариантов. Кто-то не осиливает аренду и в ауте, кто-то валит из города. Почему и нет? Вот получится ли настолько круто? Ну, пусть сам думает. Как правило, арендодатель, он в городе. Теперь вариант другой. Вы стали круче, чем другие. Вы можете это сделать и тупо подвинуть конкурентов. Так и делайте это. И мы приехали на Карла Маркса 92 из «Строй Урал Опта», чтобы сдвинуть вас. Во как! Ну так вот, они и открылись. И где они открылись? На Карла Маркса 92. Промежуток между улицами Гагарина и проспектом, в смысле, и вот где они открылись? Они открылись на Карла Маркса 92. Это промежуток между улицами Гагарина и улицей Правды. Прямо напротив Челяб граждан проекта. Вы все это дело знаете, да? Открылись они быстрее, чем я думал. Потому что, вы представляете, у нас типа какой-то кризис. Я говорю, если у вас какой-то кризис, и вы не в состоянии что-то делать, вы можете уезжать отсюда, никаких проблем нет. Потому что есть люди, которые никуда не собираются ехать. Они то же самое сделают, только цены еще опустят. Как это сделал магазин «Три шурупа». Тот же самый «Строй Урал Опт». Две точки. Только здесь вы можете покупать все это дело еще и позже, еще и по замечательной и самой низкой цене. Хотите движения? Смотрите цены. Я нигде, да, я нигде таких мизерных цен по отношению с другими не видел. Вроде малость. Чуть-чуть и до сотни. А простите, беру я много, из каждой сотни 60, а то и 70 рублей экономии. То бишь мы говорим о стройке. Строительство – это жесть в строймаркетах. Но зачем, когда у нас есть три шурупа на Карла Маркса 92? Так у вас все в порядке, да? У вас все в порядке, да? Я еще раз говорю, у вас все в порядке, да? Когда я вам показал цены, такие нормальные цены, да? Копеечные цены. То есть и со 100 рублями сюда можно пойти и утащить себе кое-что хорошего. Вы еще где-то сможете со 100 рублями? Ну, идите в магазин, да посмотрите, что вы на эти 100 рублей купите. Особенно в супермаркете. Нормально будет? Ну, блин. Ладно, мы чуть-чуть дороже приподнимемся. То есть у нас есть пена. Пена для запенивания или, ну, там, двери можете поставить. Можете поставить там окна, без разницы. Кстати, я такую пену брал, и не задорого, и уже кое-что хорошо. То есть я пришел в подвальчик. И аккуратно все это дело запинал, после того, когда поставил замечательный чайник, улей, естественно. И кое-что для меня они сделали. Супер. Спасибо им огромное, но, к сожалению, они уже... Ну, такое бывает. А теперь вариант вопроса. О, вот сейчас вопрос у вас начнется. С чего начинается пена здесь? В магазине «Три шурупа». Тот же «Строй Урал Опт». Так вот, начинается она от 150 рублей. Но еще есть очень хорошая пена, «Титанчики». «Титанчики» хорошая, большая такая хорошая пена, реально мощная. Одной взяли, там очень много чего можно поставить. Цена 250 рублей. А? Вот это цена. А, к слову, о гипсокартоне. Тут такая вещь очень хорошая. Гипсокартон также самый дешевый в городе. Потому что это «Строй Урал Опт». Мы приходим и мы давим конкурентов. Потому что у нас цена дешевле и вкуснее, чем гриль. Теперь то, чего нету. Ну, как вы прекрасно понимаете, да, все, в центр города не привезешь. Есть, конечно, другие места, но опять возникает вопрос аренды. Так вот, а у нас есть склад, во как. И вам все доставят в том числе. И вы можете заказать доставку и для дома, квартиры, сада, огорода. И это можно сделать. И опять же цена. На каждый товар от 3 крат до чуть меньше, но точно дешевле. К слову о руках, они-то у нас есть.
Когда мне говорят слово гипсокартон, я все-таки гарантирую вам, что вам лучше приехать в Кришурупа. По одной простой причине. Вы посмотрите на эту цену. То есть гипсокартон от 179 рублей. То есть, ну вот. Пусть у вас даже будет что-то типа сделанное из шлакоблока, да? Потом положили пенопласт утепленный. Кстати, я вам 250 раз говорю, уж поверьте мне, как бы небольшой специалист в этой области, да? То есть свои 5 лет я проходил в нашем технологическом университете. Вот, еще контора-то у меня такая была нормальная, теплоэнергетика, да? То есть я знаю, как все сделать, я знаю, как это сделать теплее для вас. Не надо утеплять пенопластом внутри. Не надо этого делать. Вы уж построите пенопласт, в смысле, шлакоблочный дом, да? А потом изнутри, все это чуть-чуть утеплите. Там немного-то надо, понимаете? Сейчас есть такая штука, называется... сейчас скажу. Ой, забыл. Ну, короче, то есть, если мы берем какое-то абсолютное тело, надо сделать его при определенных условиях и посмотреть, как оно будет проводиться, да? Вот. Самый оптимальный вариант, это когда пенопласт внутри, понимаете, внутри. Снаружи он так не прогреется, не замерзнет. Поверьте мне, trust me. Ставьте внутри, ставьте затем гипсокартон, и у вас уже вот такой качественный, замечательный дом, который вы можете отапливать 3 секунды дела. Ставьте там небольшой нагреватель и все. Вообще, вы понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь, вы меня понимаете, да? У меня как бы там 5 баллов в этом замечательном институте. То есть никаких проблем нет. Другой вариант, да, естественно. Вот. Я вам показывал, что из ОСП-панелей можно себе сделать хороший дом. Можно себе хороший дом сделать. Тот же самый пенопласт покупаете здесь. Чуть-чуть. Я вам только что показал пену, да. Смазали аккуратненько. Прикрепили, аккуратненько придавили. Вот вам ваш гипсокартон, в смысле, это называется СИП-панель, да. Внутрь пенопласт, ну вы что там, сложно вам это сделать? Я думаю, что ничего сложного, в следующий раз покажу, как это все делать. То есть, возьмем просто ОСП, две ОСП, положим пенопласт и вам покажем. Ну делать все легко и просто. Самое главное, чтобы у ваши были руки хорошенькие, а русские хорошенькие у всех граждан, которые получили образование на территории Советского Союза. И еще раз про место. Проспект Карла Маркса, 92. Цен ниже вы не найдете. Точнее, есть такие цены, но на торговых рядах на автомобилистов. Так вот, Строй, Урал, Опт и Три Шурупа – это одно и то же. Вот только здесь все ближе к вам. Приходите, господа, и убедитесь сами.